В 2012 году жители Абхазии впервые познакомились с Аннелой Лакаше. Когда семья девочки только обратилась в фонд Ашана, Аннела могла открывать рот только на 3 сантиметра. О нормальном образе жизни речи не было. Скромная, молчаливая и будто по умолчанию грустная девочка уже тогда запала в душу многим. Так, благодаря вам, за 7 лет Аннела уже перенесла 6 операций. Результаты лечения не заставили себя долго ждать. Девочка начала самостоятельно есть, пошла в школу, успешно учиться, но вот снова возникла острая необходимость в продолжении хирургического лечения. Срочная операция по увеличению размеров ветви нижней челюсти слева требуется Аннеле. Мама девочки Марина Кутарба не устает благодарить за постоянную поддержку благотворителей. Говорит, здоровье дочери – смысл ее жизни. Большой путь прошли, мы уже, как бы сказать, можно на середине. Мы продвигаемся вперед. Нам еще нужны операции, ну, минимум 3 операции до ее возраста. И предстоит, естественно, сейчас операция. И надеемся, что будет все лучше и лучше. Благодаря людям, благодаря фонду Ашана. Сама Аннела перешла аж 8 класс. Девочка выросла и практически не помнит, каково было до всех курсов лечений. Благодаря неравнодушным жителям Абхазии Аннела не помнит ни боли, ни неудобств. Сегодня девочка грустит, только разглядывая себя в зеркале. Размышляя о будущем, уверенно рассказывает о выбранной профессии. А признается, что любит рисовать для души. Хочу многого добиться. Мечтаю стать врачом. Хочу закончить школу на отлично. Ну, хочу помогать другим детям. Вот, мне это нравится. Ну, русская литература, биология люблю, историю люблю. Операция стоит 1 миллион 510 тысяч рублей. 40% от стоимости лечения берет на себя партнер Ашаны в России Русфонд. Нам же на территории Абхазии необходимо собрать 906 тысяч рублей. Всего 906 тысяч рублей, чтобы еще один ребенок стал здоровее и счастливее. Мечтаю, чтобы я выздоровела. И еще, ну, много о чем мечтаю. Чтобы у меня все хорошо было, чтобы я была счастливой, чтобы все было у меня хорошо. Элеонора Гилаян, Сасрыкуагуха, Абазатова.